Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алексей Николаев, команда Softline. Как сейчас сыграли, с кем? К сожалению, опять проиграли, соперник был достойный, 3-1, где-то нам немного не повезло. То есть свои моменты были, мы их не реализовали, соперник реализовал. А чего не хватило? Удачи, плюс, наверное, физической подготовки, плюс, наверное, 1-2 запасных. Вы сегодня вообще без замены играли, да? Нет, замены были, единственное, что один был травмирован, и поэтому играл довольно мало. Соперник нарушал правила? Все нарушали, мы не без греха.